Вот, вышла я на улицу. Хочу сходить в хозяюшку. Купить все-таки для душа вот этот вот держатель. Такую же, как штангу. Ну, муж мне сказал, говорит, он у нас поворачивается. Я говорю, я уже всяко пробовала, не получается. Вот. Ну, в результате так оно и есть. Ничего там не поворачивается, только он вверх его можно и вниз. А так вот наклон нельзя делать. В общем, хочу сейчас сходить. Измерила эту штангу, чтобы вот не сверлить плитку. А то, ну, может быть, они стандартные, конечно. И надо купить, а то голову мыть, в общем, очень неудобно. В общем, у нас снега столько. Всю ночь, наверное, шел снег. Вчера только это все счищали. Сегодня опять пушистый снег. Но температура такая минус 6, наверное. Вот смотрите, идет снег. Сугробы. Вот такой вот пушистый под ногами белый снег. И чем мне нравится в Заволжье, в общем-то, у них мало бросают вот этого всяких вот компонентов на дороге. И у них в основном вот такое вот чистое, расчищают все, но песок там мало. Вот у нас в Нижнем все время так грязь тащится, просто невозможно. Хоть кто-то пришел, сразу я с тряпкой стою, вытираю. Здесь такого нет. Как-то здесь более чище. Но вот дороги, конечно, плохо расчищают. Вот такая вот здесь каша. Даже дворников нет. Смотрите, у подъезда все не расчищено. Хотя сегодня понедельник. Прям уже люди вышли на работу. Вот так вот. Вот, сегодня тетушка позвонила, проговорила с ней, наверное, полчаса. С ней мало разговаривать не получается. Вот, и, ну, сказал ей, что у нас свет-то потух. Она сыну, значит, позвонила, ну, брату моему двоюродному. Ну, он говорит, разбирается так в этом, только им приехать некогда, что он в Нижнем-то живет. В результате, она говорит... Я ему позвонила, он сказал, что же они не вызовут местного электрика-то. А вызвать местного электрика, я не знаю еще здесь какой ЖЭО у них, надо узнать. Звоню мужу, он как всегда где-то без телефона бегает. В общем, хотела у него спросить, ну, наверное, там, может, телефон-то ведь есть на этих, на платежках. Короче говоря, надо посмотреть и действительно вызвать электрика. В ЖЭО, наверное, есть какой-то электрик или откуда у них там приходит. Мы как никогда с этим не сталкивались. Вот что мы живем. Как-то он сам тут. Ну, у нас было так, что вот ванна, туалет, там вот этот вот в этом выключатель что-то случилось. Он просто наверх вывел электричество на провод и все. А здесь вся комната обесточена. И вот с этим потолком неизвестно. Но она говорит, а может быть там правда в щитке дело. А в щитке... у меня муж говорит, нет, не может быть, что там. Он говорит, да может какой-то даже вот проводок тоненький, может что-то там именно от этой комнаты раз и лопнул. Ну, потому что вот когда ремонт делали, то включим, выключим, включим. И постоянно тоже он с розетками занимался. В общем, короче, ни в одной розетке нет. В общем, нулевая фаза. Света вообще во всей комнате. Вот. Такие вот дела. Ой, на улице очень хорошо. Снег, правда, сыпет. Сейчас буду вся в снегу. Но я хоть прогуляю своих зверей. Шапку надела, шубу. У меня же все было как-то запаковано. Я вообще в ботинках своих замшевых ходила. Даже сапоги не доставала. Сегодня достал сапоги свои. Ну, правда, старые эти. Ну, как они, ботфорды.
У меня под коленом уже, под фурдами их сложно назвать. Но все-таки пол коленки закрывают. 100 лет их ношу. Вот прям хорошо. Даже новые не стал надевать, делаете. Очень хорошо на улице. Главное, снег идет такой сухой. Ветра нет. Мы тут с мужем ходили в магазин. Был такой сильный ветер. Я шла, вот такая какая-то сырая погода. Промозглая. -2 было. И вот слезы аж из глаз. Вообще без удовольствия прошли с ним. Тут по мебельным ходили, да. В хозяюшку тоже заходили. Бесполезно. Он говорит, надо ходить. А то мы только все по дому, все то ползаем, то шаркаем из комнаты в комнату. Все, дела. На улицу выйти некогда. Только так до магазина и обратно. Вот. Но сегодня пройдусь, прогуляюсь. Так, вышла из магазина. Купила стойку для душ. И все-таки купила вот за 2 206. Там были за 900, 1000 с чем-то. Но у них также не крутится вот эта вот штука для того, чтобы регулировать душ. Ну как, наклон. Вверх-вниз они все. А там, мне уже продавщица говорит, не сломайте, смотрите. Я говорю, ну должна же, если там соединение есть, должна же она крутиться. Нет, не крутится. Ну там вот за 5 с чем-то были. Они крутятся тоже за 5 с чем-то. Это очень дорого, что такая вот штука. Даже на тропических душах у нас в той-то квартире был тропический душ. Вот, там крутилось нормально все. А здесь вот такая цена, и даже тоже не крутятся вот эти вот штучки. Не регулируется. Но я считаю, это вообще ужасно просто, но неудобно. Неудобно. Ну, в общем, купила. Ну вот, дорогие друзья, я пришла домой, уже пообедала. Сейчас буду чай пить. Вот, я купила тут кизил. С кизилом буду пить чай. Давно не покупала кизил. Финики что-то вообще не хочу. Муж у меня на финиках помешан. Все финики покупает, все их замачивает. Такие вот он не, ну как сушеные покупает. Сухие такие, без, не такие глазированные, липкие, а вот сухие и горячей водой заливает. И с чаем пьет. Ну вот, в общем, зашла я в ЖЭУ. И, ну что мне там посоветовали? Я говорю, вот у нас в одной комнате свет потух. Она говорит, ну это аварийку вызываете. Я говорю, а разве при ЖЭУ нет электрика? Ну, у нас электрик есть, я вам дам телефончик. Там какая там женщина, Марина. И если это в квартире у вас проблемы, значит, она будет, ну, платно. А если до квартиры, то... В общем, вызывайте, говорит, этих аварийку, и они уже все скажут. Ну, у меня муж позвонил в аварийку. Они сказали, а мы не поедем. Ну, если там, ну как, в щитке на одном рычаге вот этом у нас не одна комната. То есть от этого, ну как он называется, господи, ну рычаг, короче говоря, эта комната, еще что-то, то ли кухня, то ли, ну, в общем, еще что-то. То есть в одном-то помещении есть свет, а в другом нет. То есть, говорит, это значит не в щитке дело. Мы, говорит, не поедем. Ну, ладно, я позвонила этой Марине, она сказала, завтра приду, где-то к обеду ближе. Ну, хорошо, буду ждать. В общем, завтра у меня приемный день. Завтра муж заказал воду, приедут, и, в общем, вот так, в течение дня. Мама раньше заказывала воду, они в определенный, или до обеда, ну, как, в какие-то часы, но у них дороже была, дороже вода. А это 100 рублей, 100 рублей одна бутылка, вот. Ну, и они вносят в дом, прям в квартиру. Мы уже заказываем сразу не одну. Тут 3 заказывали. Я не знаю, сколько муж даже заказал в этот раз.
Праздники были. Сейчас он, наверное, две заказал. Мы одну бутылку еще должны, потому что у меня была вода. Они приехали, я давай тут бегать, говорю. Ой, а у нас домофон еще не работал. В общем, одни проблемы. Я их случайно увидела в окно. Говорю, вот это вода нам, но... А в одной бутылке вода они как-то приехали без предупреждения вообще. То есть надо ждать целый день. Ну хорошо, вот я могу как бы посвятить этот день и ждать, мне никуда не надо. Схожу сегодня в магазин, нужно картошки купить, в Магнит сходить. В общем, так больше ничего не надо. По мелочи. Ну, картошки я покупаю 2 кг, и нам хватает там. Уже, собственно говоря, вчера снова варили картошку. У меня же там рыба пожарила, вот эта форель осталась. Еще соленая горбуша есть. И думаю, ну, надо как-то это все доедать. Вроде с рыбой лучше я картошку люблю. Ну, можно было, конечно, и рис отварить. Сегодня, наверное, рис отварю. Вот. Тоже там еще 2 кусочка рыбки осталось сегодня на ужин. Вечером придет муж, борщ еще есть. В общем-то, завтра буду дома целый день готовить и ждать, когда придет электрик, когда привезут воду. Ну вот так. Все вроде я вам пока рассказала. Всем пока. Пишите что-нибудь мне, посоветуйте, может быть. Да, вот шкаф. Даже не знаю. Вот шкаф, в общем-то, мы там приглядели такой 21 150. Он 1,5 метра ширина. И вроде бы так все нормально. Но мне что-то не очень фурнитура там нравится. И цвет молочный дуб. Вот именно он только в этом цвете. Но у нас как раз у меня стол этот молочный дуб. И эта тумбочка, не знаю, мы ее оставим или нет. Но тоже более-менее по цвету подходит. Единственный там вот комод, он такой у нас коричневый. Ну, он так стоит в стороне, рядом с диваном. Ну, как-то так. Ладно. Все по цвету нельзя подобрать, потому что, ну, покупалось все разное время. Тем более комод это не наш, а мамин был. И комод мне этот нравится, он удобный. Там вот эти ящики и сбоку дверка. Ну, он такой хороший комод, и выбрасывать мне его жалко. Ну, ничего, послужит спальня, что он там, на виду, что ли? Он там в конце спальни, так что все нормально, ничего страшного. Ну вот, дорогие мои, всем пока, спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Конечно же, я буду рада, если вы будете подписываться на мой канал, писать какие-то комментарии, желательно приятные, или что-то, какими-то, может быть, советами, рекомендациями. Я тоже все приму к сведению. Вот. Всегда ценен чей-то совет. И всем пока. С вами была Марина. До следующих видео. Пока-пока.